Всем привет, так странно. Дома холодно, я Алису, видите, как одела даже. А на улице жарко. Вот мы вышли, я понимаю, что на улицу абсолютно не нужен длинный рукав. Вышли Костю искать, потому что куда-то они с Сережей пропали. Гараж был заперт. Звоню на тебя, твой телефон дома. Что это такое? Хоть бы телефон с собой брал. Мы сначала пошли в это хозяйство, там веревки подходящие не было. Я же говорила, вы куда-то ушли, а ты мне рассказываешь, не уходил. Потом я вернулся, а Серега как раз Настя подъехала. А, Настя уже и вернулась? Ну, она здесь, да, была, я с Серегой съездила. Так, а что, она наша хотела позаниматься в спортлайфе? А я думал, уже позанималась, нет? Так быстро? Не знаю. Вряд ли так быстро. Я не засекал время. О, Джета опять в песочнице. Пусть сама, ты ее просто придерживай. Пусть учится. Джетка, ну что прописалась в песке? Давай, давай, залезай. Вот так, да, молодец. Джета зевала. Ой, не коленями, сейчас там будут синяки. Не поймет Алиска, как лезть. Температура не подскакивала больше? Я не мерила, но она горячая не была. Слушай, надо ее сегодня как-то днем уложить спать, чтобы график наладился. Потому что до вечера она точно не догуляет. Она проснулась полдвенадцатого. Ну, не знаю, да, проспала, конечно, с 10 вечера до полдвенадцатого. Это вообще небывалый случай. Ручку какую-то нашла. Давай. Спасибо. Не знаю, чья, пусть дальше лежит. Не моя. Будешь с горки съезжать? Там не мокро? Конечно же, мокро. В любое время года, в любую погоду горки мокрые. Неправильно полив здесь как-то стоит, чтобы вот попадать на горки. Будешь? Кость, может, она там намочится все равно. Страшно, она высохнет. Сейчас попка будет мокрая. Ну давай, съезжай. Все, вытерла. А я хотела за полотенцем сбегать, но поняла, что не успею. Дашу, а где? Ты видел Дашу? Да, выходила я на нее. А куда они ушли? Да, не знаю, с этого все. Все втроем? Да. А, мы им стукаем, они не открывают. С какими-то мусорными пакетами. А, наверное, воду набирать пошли. Или что-то такое. Куда, в ту сторону? Ну, я там ее поймал. Лисенок. Ням-ням-ням. Колобок, я тебя съем. Да. Ты уже выезжаешь? Вот так и води. Влево. Так и води, Кость. Вот так, да. Давай, я помогу. Все, ровняй. Осторожно, подножка. Подножку собери ее. Она спереди, да. Вот так. Ну, будем теперь вот так и ездить. Я толкаю, ты рулишь. На Алису только не наедьте, она там сзади. Хватит? Да, пока хватит. Выставляй подножку. Пяткой. Вот так. Раз, сверху. Отлично. У Сереги опыт есть на мотках кататься. А ты на таком не побоишься поехать? А? Не побоишься поехать? Мечтает. Да? Абсолютно не. Это надо было ему дарить, а не тебе. Лариска точно там этого. Пеной бы и зашла. А, собачка. Чем ты ее там кормишь, Алиска? Что-то Джете предлагает. Бля, Джета взяла. Алис, ты чем Джету-то кормишь? Эй, где ты маму взяла? Джет, кирпичами. Джет, ты ешь кирпичи? Алисочка, собачка сено не ест. Джет, а все ест, по-моему. Джетенька, тебе нравится внимание к тебе, да? Ты куда, Алисенька? Туда хочешь? Да, давай я тебе открою сейчас. У нас тут такая система. И куда ты? Куда ты идешь? Это крючок, чтобы запирать. В
У нас, видишь, вот проблема. Вот это вот заломилось, в сторону стало. И вот здесь внутри, вот так вот сверху залезть, я фотографировал его, чтобы увидеть, стоит под шестигранник болт. Уже есть ощущение, что это твоя машина? Пока нет. Почему? Когда начну регулярно... Костик, следи за малой, чтобы я, не дай бог, что-то не то сделал. Мы сейчас горку в бок уберем на всякий случай. Ого, сильная девочка. Ладушки, ладушки. Где были? У бабушки полетели, полетели, на голову сели. Папе на голову сели. О, тетя Лена, привет. Привет. А мы тебя искали. А искали? Да, а вы куда-то ушли. Видишь, Андрей? Ой, Алиса уже с инструментом помогает. Да, помогает им. Алиса, иди чини мотоцикл. Иди почини, а то они там не разбираются, как это сделать. Давай, сейчас все будет в порядке. Почини, Алис, давай, почини. А еще в идеале, смотри. Видишь, два болта. Она уже кататься собралась. Капец, ребенок с детства будет тогда к мотыкам привыкать. Где? Внутри этой системы. Думаю, нет. Вот она вареная. То есть одно крепление, второе крепление, вот третье. Это раскручивается, снимаем. Единственное, что видишь, вот здесь вот фишки стоят. Они вокруг. Это. То есть если ее раскрутить, это как-то ее так вынимать надо аккуратно, чтобы не... Не надо, девушка. Давайте лучше его в ремонт, да. Ну да, если что-то на порой. Ты же не знаешь точно толком, что там и как внутри. Нам разобрать его надо. А у нас инструмента нет. Вернее, как он есть, но болт старый и слизанный. Ну, то пусть его разбирают эти мастера, Сережка. Пошлите кофе пить. Блин, хочу сделать. Пошли кофе пить. Успокойся. Да ничего, тут несколько дней и сделают все. Ох, Алис, ты залезла. Ничего себе. Ага. Ничего себе, ничего себе. Какую-то песню мне напомнила. Ничего себе, ничего себе. Посмотри. Ты чего это? Да, да, я слышала. Все, мужики, успокойтесь. Пошлите чем-то другим займемся. Деловуша. Берешь еще инструмент? Почини уже и молись, и все, и пойдем. Видишь, матера? Ну там точно так не будет. Ого. Инструменты. Сейчас тетя Лена починим ее. Давай осторожненько, чтобы Алиса такое не брала вообще, хорошо? Потому что вот таким можно и в глаз попасть. Ровно по диаметру. Забить ее туда. Сейчас тетя Лене фотик починим с Алисой. Да, у меня шторки не закрываются. Ну, как раз. Алисочка, это что? Это гаечный ключ. Да, гаечный ключ. Не, вот так сильно им не махай, можно удариться. Не маши, точнее. Мы сейчас едем в эпицентр. Сегодня будет розыгрыш. Помните, мы участвовали постоянно. Везет нас Настя, потому что Алиса спит. Как думаешь, что выиграем? Я думаю, да. Даже не знаю. Ну, у нас там человек 5 участвует. Кажется, сколько людей участвовало, наши 5 человек. Ну да, папа говорит, знаешь, что папа говорит? Папа говорит, что очень много строителей должно участвовать, которые что-то строят и там закупаются. Угу. И ну, у них да, там да, может по 100 человек быть вообще, да. Поэтому, наверное, шансы не очень. Но главное не победа, а участие. Спортивный интерес, скажем так. Да? Да. А еще мы едем покупать Кате канцтовары наконец-то в школу. И еще канцтовары. Наконец-то, ужас. Не хочет она в школу. И еще канцтовары еду покупать одной многодетной семье в подарок. И еще еду покупать посылку одному человеку. Не буду говорить кому. Но очень хочу отправить. Мы приехали к эпицентру, здесь какие-то конкурсы проводятся уже. Сегодня же будет розыгрыш. Вон. Что-то для детей проводилось, сказали, скоро будет для взрослых. В 8 часов будет розыгрыш.
фотографируемся с нашими фанатами. Нас сегодня в эпицентре много встречают. Спасибо.